Так, давайте вместе откроем посылку из магазина Knit Socks. Посмотрим, что же я заказала. Та-дам! Как я люблю распаковки, и смотреть, и самой распаковывать посылки с пряжи, это безумно приятно. Итак, вот такой моток я заказала, пряжа Austerman Step. Она с добавкой алоэ вера и масла жожоба. Обалденный цвет. Это цвет 10-18. Пряжа сделана в Германии. Состав классический, 75, шерсть супервош и 25 полиамид. Так, вообще я уже пробовала вязать из этой пряжи, мне очень понравилось. Я вязала секционной пряжи, но заказывала я ее на Валберис, такая желто-розовая, серые секции. Ну, ниточка мне очень понравилась, она не тонкая, вязать очень приятно было. Поэтому решила еще раз повторить заказ на Austerman. Так, ну это всем знакомая пряжа под покраску. Это Regia for Hand Dye. Две вот таких пасмы. Кстати, я еще заказала на пробу, но у меня буквально... там не хватало до бесплатной доставки. Я заказала вот такой вот маленький моточек Regia. Это детская серия. Baby Smile. 25 грамм здесь. Так, что-то тоже классический состав. 75/25. Сделана в Румынии. Но она более такая нежная и мягенькая по сравнению, например, с вот этой, это более шерстистая. Ну, скорее всего, я ее тоже покрашу. Вот такой вот моточек один. Он был на распродаже. Это Lana Grossa Malin White с кашемиром. Цвет 51. Сделано в Италии. 50 грамм. Состав здесь 70% шерсть, 25% полиамид и 5% кашемир. Люблю носочку с кашемиром. И вязать, и носить безумно приятно. Ну, понятно, что эти носочки не для повседневной носки, а, скорее всего, а для того, чтобы в них спать. У кого мерзнут ноги, особенно это актуально. Так, и вот такой вот моточек. Кстати, в этом магазине была недавно распродажа, и были очень хорошие, приятные цены на носочку с кашемиром. Было несколько позиций, я, если честно, не знала, какую выбрать, потому что все были очень такие классные. Ну, вот такую вот выбрала, About Berlin кашемир, цвет 868, ну, состав такой же, как и здесь. 70 шерсть, 25 полиамид и 5% кашемир. Даже вот это 5% кашемира дает такую мягкость приятную. 100 грамм, 420 метров. Уже мне не терпится повязать с нее. Так, здесь у меня накладная. И вот такую вот табличку. Вы, когда оформляете заказ на сайте, вы можете поставить галочку, и вам вот такая вкладывается табличка расчета петель для носков. Так как у меня табличное значение, табличка мне абсолютно подходит. Я пользуюсь всегда, когда вяжу разные размеры. Поэтому, если ваша плотность составляет 30 петель и 42 ряда в отрезке 10 на 10, вы можете спокойно пользоваться.
Так, здесь еще вот такая вот линеечка идет. Очень удобно, кстати. Так, здесь у нас на 4 нитку, а здесь на 6 нитку и на 8 нитку указаны все параметры. Вот такой вот мой заказик. Ну что, покажу вам красоту, которую я сегодня покрасила. Продуктивное мое утро. Здесь у меня разная пряжа. Начнем по порядку. Первая вот такая вот пасма 80 грамм. Это Alize Super Wash. По-моему, была молочная пасма. И я выбрала два красителя. Это хвоя и лайм. Простые красители. И сделала такие небольшие крапушки. Так, следующие у меня тут маленькие пасмочки идут. Это по 20 грамм. Вот этот вот яркий. Очень нравится мне цвет этот. Такой насыщенный. Это конфетно-розовый краситель дроп. Далее, это, по-моему, регия. Да, регия такая у нас более шерстистая. Это, по-моему, тыква. Да, тыква цвет. Далее. Тоже маленькая регия шерстистая. Это инжир, простые красители. Понравился мне такой оттенок, инжир. Далее. Тоже регия. Маленькая пасмочка, цвет мурена. Далее маленькая идет, это Alize Super Wash белоснежная, 55 цвет, мимоза. Далее красила Astra и инжир, простые красители. Два цвета использовала. Вот это у меня тоже Alize Super Wash белоснежная. Здесь у меня, вам ярче передается, конфетно-розовый, но в менее концентрированный, чем вот здесь. Конфетно-розовый и ржавчина. У вас ржавчина прям сильно ярко. Здесь я перекрашивала свою прежнюю пасму. Мне не очень понравилось, как я выкрасила регия. Вот, я решила ее перекрасить в темный графит. Вот, и те участки маленько просвечивают. Бирюзовый, красный, фиолетовый, но мне нравится очень такой эффект. Вот, следующая пряжа, это тоже регия. Вот такая вот прелесть. Вообще, я смотрю на вот эти две последние пасмы и напоминает мне пряжу Газал Хэппи Фит. Прям вот что-то есть такое. Вот такую красоту я накрасила. Сейчас она будет сушиться. Как высохнет, я буду перематывать в пасмочки. Ну вот, к моим пасмочкам добавились новые. Такие красивые. Я, конечно, хочу их перемотать, но пока вот они у меня здесь лежат, вазочки, можно ими любоваться. Все-таки пряжа ручного крашения, она необыкновенная. Она такая красивая, она такая живая. Девочки, всем привет! Рада вас приветствовать! Сегодня у нас праздник, 12 июня. Я решила к вам подключиться, чтобы передать огромный привет вам, поздравить с этим праздником. День России сегодня. И пока вот возможность у меня есть снимать, хочу вам показать то, что я сейчас вяжу, мои процессы по носочкам. Немножко покажу вам свои покупочки.
Вот, и откроем с вами одну посылочку. И не скажу, что она вязальная, но очень интересная. Вот, так как я сейчас поглощена окрашиванием, изучением новых техник, это меня поглотило, мне это очень нравится. Я жду еще пряжу. Пряжа мне идет на ВБ на пробу 2 мотка форзы белые. Также идет носочный сток белый с магазина Bambino Shop. Там я, конечно, не первый раз уже делаю заказы, но белую пряжу я там не заказывала. И судя по отзывам на самом сайте, по определенному артикулу девочки красят, и им очень нравится эта нитка. Не знаю, в каком состоянии она придет. Ну, я имею в виду, в каких моточках, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы моточки были побольше граммов. Ну, возможно, и нитка будет смотана в две нити. То есть, ну, мы уже, как говорится, принимаем тот факт, что носочный сток может в таком виде приходить. Но мне очень интересно покрасить ее и посмотреть в самом процессе, потом в готовом результате, как будет нитка впитывать краситель, потому что в данный момент я крашу Ализе и Регию, и я вижу отличие в окрашивании, то есть Регия. Своя специфика у нее, а у Лизы своя специфика. Это очень интересный такой момент. И, конечно, интересно, как форза будет у нас краситься. Ну ладно, мы тут отвлеклись на эту тему окрашивания. Я, наверное, готова очень долго говорить. А все-таки вернемся к процессам, которые я начинала вот на неделе стартов. Это ажурные носочки. Если хотите мастер-класс, я вам оставлю. Это бесплатный мастер-класс в Ютубе. Просто набирала ажурные носки спицами. И вот мне очень понравился этот узор. Узор несложный. Но вязать надо очень внимательно, не отвлекаясь, чтобы не допустить ошибок. У меня, конечно, тут уже были перевязы, так как где-то меня отвлекали. И вяжется, конечно, это все у меня не быстро, как вот обычные носки, ну, понятное дело, с лицевой глади, да. Это у меня пряжа ручного крашения от Маруси Ярн. Я не знаю, вот передается, не передается на камеру, ну, вот она такая очень интересная, неоднородная. Ну, пряжа ручного крашения не может быть однородная по факту, поэтому вот такая прелесть. Не знаю, когда я вернусь к этим носкам. Буду постепенно по настроению это все продвигать. А что я еще тут продвигаю? Да, кстати, меня спрашивали по поводу расцветки Хундервассера нового, как она выкладывается. И когда я снимала мастер-класс на пятку Маши Ермаковой от скуки, вы, наверное, заметили, что там уже был практически связан носок. Но я его девочке распустила. Мне вот он не понравился. Я не знаю, то ли это из-за вот этой пестрой расцветки. Но здесь прям очень много вот этих крапинок. И буквально я уже, представляете, начала закрывать носок, и тут мне пришла мысль, что мне необходимо его распустить. И буквально недавно мне приходила пряжа Лана Гросса с кашемиром. И почему-то вот эти два мотка, они как-то вот рядом лежали. И я так посмотрела, думаю, а почему бы мне не связать резинку, пятку и носок этим цветом? И вы знаете, мне очень понравилось, как эти цвета гармонируют. Здесь, кстати, вот тоже оранжевенькая такая полосочка идет. И все очень классно. Ну, пока вот я до них не дошла, до этих носочков. Ну, скорее всего, наверное, они у меня уже будут июльские. В июльскую коробочку пряжи опал. Вот так вот. Вот такой вот у меня тут был опыт. Еще у меня тут связались по одному носочку.
Я красила пряжу опал. Я, наверное, вам показывала в прошлых видео, что я красила пиксельным градиентом пряжу. В общем, перематывала в два таких кейка по 40 грамм. И методом прямого погружения уже в красящий раствор окунала. Вот. И получается, те места, в которые не попала краска, они хуже окрасились. И вот такой вот эффект пикселей, так называемых. То есть вот такие вот интересные переходы. Ну, это был такой мой первый опыт. Было очень интересно хотя бы посмотреть, как это все выкладывается. Пряжа опал вообще идеально очень окрасилась. По поводу красителей хочу сказать, никаких линий, ни чтобы там сильно отдавал цвет этот краситель, я не обнаружила. То есть полностью впитывается краска в пряжу. Прям вот просто это происходит на глазах из-за того, что создается кислая среда. Я добавляю лимонную кислоту. И происходит нагревание, и при температуре вот эти все процессы происходит на глазах, просто удивляешься. Вот, и буквально, наверное, у меня осталось вот сколько, чуть-чуть, не знаю, если далеко лежат, 10. Ну, в общем, если брать 100-граммовый моток, это будет слишком много, поэтому я вот чаще всего использую 80 грамм, мне как бы хватает. Вот, буду второй носочек вязать, потом вам покажу готовую пару. И покажу вам, один носочек связался у меня из Риги. Давно я вяжу этот носок, прям аж стыдно мне. Я, наверное, уже его и показывала вам вперед. Это Риги, серия «Горы и фьорды». Оп, этикетку я не приготовила. Вот, вяжу я мужу на размер 42. И много раз я начинала эту расцветку, мне почему-то вообще не шел этот носок. Мне постоянно не нравилось. В итоге, когда я научилась вязать пятку от скуки и попробовала, и все пазлы сошлись. Вот. Дело в том, что пятка идеально садится на ногу. Вот по моим вот этим расчетам, которые я указывала в мастер-классе, это на 64 петли. Прибавки все я там рассказываю, на какое количество петель, сколько делать прибавок. И вы знаете, муж померил просто идеально. Анатомическая пятка, ну, прям как будто бы покупные носки, честное слово. И свой любимый мысок, который я в последнее время вяжу, это мысок звездочка. Просто супер. Вот. Второй носочек я начала вязать. Ну, пока вот он у меня вот до пятки связан. Здесь 15 сантиметров у меня идет. Секции я здесь не стала подбирать, как бы, ну, просто не стала заморачиваться. Вот так вот. Кстати, муж еще просил еще связать его носки, не знаю, хоть бы эти довязать, конечно. Все сразу хочется. Еще у меня лежит начатый носок с форзы, буквально тоже связан до пятки. Ну, надеюсь, я постараюсь успеть довязать ему еще и вторую пару. А еще вам покажу такой носочек, который у меня связался. Это я вязала из остатков опала. У нас тема в носочной коробочке пряжи опал — носки из остатков. И, конечно же, у меня очень много остатков скопилось с прежних пар. Поэтому я решила, думаю, буду брать клубочки вот просто рандомно, не задумываясь, какой попадется. И, ну, естественно, я решила это все разбавить однотонной пряжи. Это Ализе, которую я красила не так давно. Цвет неоновый, зеленый. Видите, да, что способ ручного окрашивания вот такой эффект дает, то есть неравномерный. Ну, мысок тут ленточный, пятка подкова укрепленная, здесь у меня скрещенная резиночка 15 рядов,
И вот такая прелесть получается. Я не знаю, просто какое-то вот чудо пряжи опал, что даже с остатков ты вяжешь, и как будто бы у тебя так и идет, да, пряжа, так и должно все получиться. Ну, второй носок, конечно, он будет совершенно другой, не одинаковый, и тоже очень интересно вязать, занимательно смотреть, а как это все просто гармонирует и получается в итоге носок. Вот. Это что по моим процессам. По пряже, которую я окрасила, сейчас я вам буквально расскажу в двух словах. Вот такая вот у меня пасма. Так получилось, что первый мой опыт окрашивания пряжи Риги, мне не совсем понравилась расцветка. Я вам показывала, была такая пасма фиолетовый, красный и бирюзовый цвет. И, девочки, дело в том, что у Риги молочный такой подтон, да, та Рига, которая предназначена для окрашивания в готовых пасмах. И вот эти цвета, а цвета все-таки холодного подтона. И немножко мне казалось, как будто бы какой-то вот грязный цвет. Ну, в общем, я решила ее перекрасить. На свой страх и риск попробовала. Взяла графитовый черный цвет. Это краски дроп, который я заказывала в Айнитках. И вот такой вот эффект получился. Просто погрузила пасму в красящий раствор. Естественно, я все это в процессе мешала. И вот эти места, которые, где были вот эти цвета, они не окрасились полностью. Получился вот такой вот эффект. Здесь у меня, кстати, пряжа уже перемотана. Вот я еще красила тоже регию. Здесь она у меня пока не перемотанная. Вот, но когда мы перематываем пряжу, то есть мы пасму сначала перематываем в клубок, а потом обратно в пасму. И тогда мы уже получаем тот эффект, который приближен к образцу при вязании. То есть, как вы знаете, что иногда мы покупаем пасму, да, ручного крашения, и смотрим, нам пасма нравится очень, но когда мы вяжем, мы получаем обратный эффект. Это нам не нравится. Вот. И для этого я перематываю пряжу, чтобы уже более или менее видно было, что у нас получится. Какой рисунок. Вот. Вот такая прелесть. Здесь пряжа Alize Super Wash 55. Использовала так конфетно-розовый. И, по-моему, ржавчина цвет. Здесь тоже Alize Super Wash. Здесь цвет лайм и цвет хвоя. Так, ну вот эту вот регию я уже точно не скажу, какие цвета. Здесь микс использован был. Наверное, тоже лайм, хвоя. Наверное, инжир все-таки, да, и ржавчина. Вот. Перемотала вот эту единорожку, и вот такой вот классный эффект. Здесь тоже микс бирюзовый, мимоза и тоже, наверное, конфетно-розовый. Я, кстати, заказала еще краски. Опять же, с Озона заказала, была очень такая хорошая цена. На наборы там я уже списалась с продавцом и указала, какие мне нужны цвета, потому что начинается вот это вот у нас вдохновение, когда приходит, и хочется и такой цвет, и такой цвет, и опять понимаешь, ну вроде бы ты заказал, но у тебя есть основные, да, цвета, нет, вот все равно хочется какие-то новые попробовать. Ну и большая посылка идет. Тоже с простых красителей с Москвы. Там 19 штук я заказала. А вот. Это, причем там в заказе в том числе неоновые. Фуксия,
ярко-оранжевый. Тоже очень хочу покрасить. Посмотреть, как это все будет. Да, еще вот эту вот пасмочку не показала. Здесь астра и инжир. Она пока у меня не перемотанная. И холодное сердце тоже в ближайшее время перемотаю. Да, это занимает время. Но у меня есть хорошее приспособление зонтик, поэтому с зонтиком это все намного быстрее. Какие планы у меня по окрашиванию? Я еще хочу попробовать плавный градиент. Моя мечта. Вот, но для этого надо вязать полотно. И я вот буквально вчера уже немножко провязала, наверное, грамм 20. В общем, взяла регию, в две нити вяжу вот так, вот такое полотно в круговую, 52 петли здесь у меня, и спицы лики десятка. После спицы 2,25 на спицы десятка, конечно, совершенно другие ощущения. Ну, вообще хочу отвязать несколько полотен, чтобы когда начать уже красить, чтобы у меня много было полотен, чтобы уже получилось побольше готового результата, готовой окрашенной пряжи. Вот. Ну и покажу вам такие свои тут небольшие покупки. Вот такие вот соусники. Да, наверное, так они называются. Я заказала на ВБ наборчик вот таких вот для окрашивания. Еще, кстати, мне тут немножко задержался заказ с красителями для хлопка тай-дай. И там в наборе тоже идут такие уже готовые соусники, не знаю, как баночки назвать их, с краской. Но я решила еще дополнительно заказать. Все-таки я думаю, что это мне пригодится для моих последующих опытов. Так, заказала моточек реги. Это выбеленный цвет. Кстати, цвет 02080. И хочу тоже его покрасить. Если, конечно, сравнить с цветом пасмы для окрашивания, прекрасно видите, да, как отличается. Поэтому для окрашивания молочной использую не холодные цвета красок, такие теплые. Ну вот, как я вам показывала вот эту вот пасмочку, здесь все очень хорошо получилось, мне нравится. Ну либо темные цвета, вот, и поэтому заказала белую, чтобы попробовать более холодные оттенки на ней, как будет это все смотреться. Ну и, как всегда, своя любимая упаковочка Alize Superwash Comfort 55 цвет. Заказываю уже второй раз у одного и того же продавца на ВБ. Пряжа отлично красится. Пряжа без узлов. То есть девчонки жаловались, что в артисане в белом практически в каждом мотке появляются узлы. Здесь, слава богу, все в порядке. Вот. Прежде чем окрасить, конечно, мне ее нужно будет размотать. На пасмы буду, опять же, разматывать на 80 и на 20 грамм. Вот. Ну, и буду красить. Наверное, буду уже красить, когда все-таки придут новые красители. И вот такой вот у меня тут коробочка пришла. Сейчас мы посмотрим. Так. Осторожно, хрупко запаковали, очень хорошо тут. Так, пришло не быстро совсем. Так, это вот такой вот декоративный набор 3 в 1. Ваза, поднос и шкатулка Мелани. Ну, такой весит прям прилично.
Очень интересно. Вообще заказывала для декора. И к этому набору еще жду сухоцветы. Небольшой такой букетик. Так, нашла, где открывать. Ой. Так, здесь у меня такая стружка. Стружка насыпана. Потихоньку это все достать. Так, вот это поднос. Изготовлено это все из гипса. Молодцы, конечно, все это очень хорошо они запаковали. Так, ага, все понятно. Это шкатулка. Так, такая тяжеленькая прям. Шкатулочка. И сама ваза. Вот так вот. Это все выглядит. Сюда можно, кстати, складывать какую-то бижутерию. Какие-то мелочи. Ну, такая вот вазочка. Руки немножко крашивает гипс. Вот. Придут цветочки, и я все это оформлю. Будет украшать мой стол. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Если у вас плохая погода, желаю вам солнышка. И увидимся с вами очень-очень уже скоро. И всем пока-пока. Thank you.